На улице Штефан-Чилмари благоустраивают бесплатную парковку. Этот участок приводят в порядок впервые за многие десятилетия. Транспортом парковали и раньше, однако выглядела эта территория в центре города как после бомбежки. Примечательно и то, что участие в реконструкции принимают экономические агенты. Работы начались в среду, 30 ноября. На этом участке заменяют бордюры и выложат его плиткой. Рабочие рассказали, что пока планируется обновить 300 квадратных метров. Устанавливаем тротуарную плитку для парковки. Бордюры будем ложить с этой стороны и там до конца, то есть чтобы уже озелененная как его часть, как его была уже готова, чтобы могли там цветы посадить и все остальное. А как, насколько дальше и далеко, это там уже будет либо Приморье решать, либо кто. Александр Кудряшов, представитель управления коммунального хозяйства Приморье, сообщил, что предприниматели, чьи офисы располагаются поблизости, сами предложили оказать содействие в благоустройстве парковки и выделили средства на это.